Всем привет! А у меня сегодня нереально вкусный десерт. Я его приготовила из айвы с очень вкусным шоколадным кремом. Советую приготовить, понравится не только взрослым, но и детям. Нам понадобится айва 2 штуки. Очищаем ее от кожицы, кожицу не выбрасываем. Каждую айву разрезаем на две равные части. Удаляем сердцевину с косточками. Сердцевина с косточками нам не нужна, мы ее выбрасываем. Форму нужно застелить пекарской бумагой и на дно выложить кожуру айвы. Затем на кожуру выкладываем айву. Дальше поливаем айву сиропом. У меня сироп топинамбура. Накрываем форму крышкой. Крышки у меня не было, поэтому я накрыла форму пекарской бумагой. Форму с айвой ставим в разогретую духовку до 190 градусов на 50-55 минут. Или ориентируйтесь по своей духовке, айва должна быть мягкой. Для крема нам понадобится спелый авокадо, одна штука. Удаляем косточку, очищаем от кожуры и мякоть отправляем в чашу блендера. Авокадо должен быть обязательно спелый и мягкий. Добавляем подсластитель по вкусу, лимонный сок 45 мл и какао-порошок, у меня натуральный, 2 столовые ложки. Взбиваем до однородности. Крем получается густой и вкусный. Запеченную айву отправляем на тарелку, даем ей остыть. Сверху на айву выкладываем крем. Затем десерт посыпаем кокосовой стружкой и подаем к столу. А я с вами прощаюсь. До новых встреч у меня на канале. Всем пока!